Рэпер жестко обломал певицу, случайно встретившись с ней в Архангельске. Судя по всему, рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, уже пожалел о том, что его концерт в городе Архангельск совпал с выступлением Ольги Бузовой. Артист случайно встретился с певицей в гримерке, где Ольга долго пыталась уговорить Василия записать с ней сторис, бегая за ним по пятам. Баста же нервно отмахивался от телеведущей и все время пытался скрыть сотоли ее мобильного телефона. Бузова вспомнила, что Василий так и не подписался на нее, на что рэпер ответил, что не собирается этого делать. Не исключено, что Вакуленко сбежал от Бузовы и игнорировал ее приставания, боясь испортить свою репутацию. После выхода совместной композиции Ольги с Лешей Свиком на исполнителя посыпались гневные отзывы. Поклонники буквально отписывались от Свика из-за его связи с ведущей Дома-2. Фанаты рэперов, как показывает ситуация, недолюбливают Бузову. Вполне возможно, Баста не хочет иметь ничего общего с Ольгой лишь по этой причине. Пока это, наверное, единственный исполнитель, который не прогнулся по долю ради пиара, и не стал угождать певице и преклоняться перед ней, как делают многие. Зато Бузова не сдалась, артистка написала еще и отдельный пост в Инстаграм, в котором заручилась поддержкой подписчиков. Видимо, для Ольги важно доказать, что ее уважают и ценят все артисты-коллеги.